Я надеюсь, будет интересно. Я надеюсь, что вы ждали этот выпуск. Поехали! И да, могу еще раз показать свой красивый компакт. Он стоял под деревом, и он немножечко в пыльце. Всем привет, дорогие друзья! И вот настал тот момент, когда я вам расскажу, как же переделать компактную морду на обычную, красивую, мега-крутую, либо от купе, либо от седана Туринга. Итак, что вам для этого понадобится? Вам понадобится крылья от компакта, которые у вас стоят на компакте, и второй комплект крыльев от седана, либо от Туринга, либо от купе, какую морду вы захотели. Соответственно, вам понадобится капот от той морды, либо седан Туринг, либо купе, также фары, вот это вот подфарники всякие, ну и, соответственно, бампер. Итак, это все понятно, это уже само собой. Что мы делаем с крыльями от компакта? Мы его начинаем резать отсюда, режем как-то вот так, оп, и идем вниз. Для чего мы отрезаем вот эту часть? Вот эта часть нам вообще не нужна будет, а вот эту часть мы оставляем. Мы оставляем рисунок компакта, компакта поворотник и длину компакта, потому что у компакта крыло длиннее, чем у седана Туринга, потому что у седана Туринга здесь идет дополнительная такая полоска между крылом и порогом, идет эта полоска. Здесь ее нет. Соответственно, эта часть у нас остается. Эту часть мы выкидываем. Также мы берем, ну, прежде чем выкинуть эту часть, прикладываем к крылу Туринга, седана, либо купе. Вымеряем плюс-минус, вырезаем. И нам понадобится вот эта часть от седана, Туринга, либо купе. И получается, мы прикладываем эту часть, смотрим ровно, неровно, привариваем это все дело, и у нас получается одно крыло, состоящее из двух. Соответственно, почему мы берем эту часть верхнюю, не просто где-то там снизу что-то режем, либо что-то сверху режем, потому что у компакта капот идет другой формы. Соответственно, здесь была щель, потому что крыло от компакта, оно более вот так вот идет, соответственно, и капот компакта тоже идет более-менее полукругом. А как вы видите, в седане Туринге он идет плоский. Поэтому мы берем верх от обычного крыла, оставим обычный капот, и чтобы у нас был обычный, нормальный, хороший зазор, без всяких щелей. Ну, по большому счету, и все. Те, кто спрашивает, подходит ли крыло от седана, от купе не буду говорить, но, допустим, седан Туринга, подходит ли крыло от седана Туринга болтон, подходит болтон. Берете, ставите, крутите, но у вас будет зазор. У вас будет здесь не хватать кусочка, и у вас будет несовпадение по двери, потому что форма двери тоже отличается. Получается, крыло от седана Туринга, оно идет более вот такой формы. Ну, я ярко показываю, чтобы вы понимали. И получается, здесь щель идет около двери. А если вы оставляете вот эту всю нижнюю часть красивую от компакта, то все, посмотрите, все как по заводу, все как по заводу, все красиво, все как в оригинале. Ну что, дорогие друзья, надеюсь, я ответила подробно на ваш вопрос. Так что, чтобы сменить морду, вам нужно крылья морды новой, капот от новой морды, всякие детали под фары, сами фары, бампера, туманки, естественно, и способ резки крыла я тоже вам рассказала. Надеюсь, вам это будет полезно. Подписывайтесь на мой канал, потому что каждый раз я извращаюсь по-новому и потом делюсь своими секретами с вами. Спасибо.